Что, друзья, приветствую всех на розыгрыше. Долгожданном розыгрыше, я бы даже сказал. Watch Dogs Deluxe Edition. Это розыгрыш в группе. Вот она. Gamers TV. Нижнее подчеркивание ру. И этот розыгрыш висит в шапке, как вы видите. Давайте его откроем. Напоминаю правила. Для того, чтобы выиграть Watch Dogs Deluxe Edition, все очень просто. Нужно просто сделать репост, значок поделиться. Вот он, этот значок. И вступить в группу ВКонтакте. Все очень просто. Среди них сегодня мы разыграем эту версию игры. Поехали, не будем уже затягивать. Так, надо скопировать эту вот ссылочку. И мы переходим в приложение. Разыгрывать мы будем в Random App, специальное приложение ВКонтакте, которое позволяет разыгрывать. Поделившись с друзьями, вставляем сюда и нажимаем «Далее». Происходит загрузка пользователей. Итак, 544 человека, кто сделал репост. Напоминаю еще раз, если вы поставили лайк, то это вообще ничего не значит абсолютно. То есть вы не участвуете в конкурсе. Вот это вот, видите, 859. Эти люди, они не участвуют. Только те, кто поставил репост. На будущее будьте внимательны. Почему больше, спрашивают? Дело все в том, что когда люди делают репост в группы, ну, например, я захотел чей-то, у нас очень много партнеров, и если партнеры делают репост в группу, то это не учитывается как человек, то есть они не участвуют в розыгрыше. Если же он поделился с друзьями, тогда он участвует. То есть вот и все, группы партнеры не участвуют в конкурсе. ДК, есть для тебя есть статья на gamerstv.ru, как организовать, запустить свой стрим. Читай все там. Я не консультирую по вопросам других порталов, только по Gamers TV. Итак, поехали. Значит, где же оно, приложение? Вот, собственно, 544 участника. Это нормально абсолютно. Я только что объяснил, почему. И мы начинаем, выбираем победителя, не будем уже тянуть. Давайте. Илья Трунов. Посмотрим на Илью, давайте. Что? Можно не проверять, сделал ли он репост. Раз его нашла программа, значит, он сделал репост. Илья Трунов не может являться победителем, потому что он не состоит в группе ВКонтакте. Я не понимаю, почему так сложно выполнить два простых условия. Подписаться на группу и сделать репост. Мог бы получить сегодня свой приз, но, к сожалению, Илья Трунов пролетает, как фанера. Поехали дальше. Ищем следующего победителя. Равкат Гарипов. Ривкат, вернее, прошу прощения. Посмотрим, не слоупок ли Ривкат. Нет, Ривкат тоже слоупок. Дальше. Выбрать победителя. Дэнни Джобс. Дэнни Джобс. И Дэнни Джобс у нас получает приз. Молодец. С третьего раза мы наконец-то это сделали. Как я уже сказал, нет смысла проверять, есть ли репост или нет, потому что его нашли. Значит, репост есть. Он даже, в принципе... Так, сейчас посмотрим. На всякий случай, чтобы вам доказать-то. Слишком много делает репостов с игроманией. Большой фанат. Да, вот репост, чтобы вам доказать, что он есть. Ну, собственно, все. Поздравляю нашего Дэнни Джобса. Он победитель. Я ему напишу сейчас в личку. Если он отзовется в течение недели, то получит свой законный приз. Если нет, то извини, Дэнни Джобс. Нужно быть на связи.
Все, всем пока. До новых встреч. Напоминаю, что сразу же после... Я сегодня уже объявляю новый розыгрыш. Это будет Battlefield 4 и, возможно, еще какие-то игры. И розыгрыш произойдет совсем скоро, в конце следующей недели, после окончания выставки E3. Мы тянуть не будем. И в следующие выходные разыграем уже долгожданные игры. Обязательно все приходите на следующей неделе на круглосуточные стримы с выставки E3 с переводом. Я буду переводить для вас самые важные события, стараться, то есть как минимум конференции платформодержателей, таких как Sony, Microsoft, и, конечно же, Nintendo. Посмотрим насчет Ubisoft, я не уверен, потому что все это будет слишком поздно идти, и надо будет поспать. Но, тем не менее, все самое важное я буду стараться для вас сделать. До новых встреч, друзья. Поздравляю победителя еще раз. И надеюсь, что вам повезет в следующий раз, а именно в конце следующей недели. Пока-пока.